Уже через два дня в Красноярск привезут мощи епископа Спиридона. В краевой столице они пробудут до 4 сентября. Верующие смогут прикоснуться к святыне в Покровском кафедральном соборе. В эти дни двери храма будут открыты для всех с 7 утра и до последнего посетителя. Сейчас святыня находится в Екатеринбурге. Ковчег с десницей, правой ладонью Спиридона, Триумфунского, доставят в наш город специальным рейсом. В аэропорту проведут молебен, а затем священнослужители повезут мощи к поклонному кресту на Стрелке, где освятят место будущего храма. Святыня в России находится уже второй раз, но до этого ее дальше Москвы не возили. За полтора месяца по благословению патриарха всея Руси Кирилла мощи побывают в 12 регионах страны. Постоянно же они хранятся в одном из храмов на греческом острове Корфу. Святителю Спиридону молятся о материальном и семейном благополучии и об улучшении жилищных условий и почитают его наравне с Николаем Чудотворцем. Принесем эту святыню и будет открыт доступ верующих людей к тому, чтобы получить исцеление, благословение, назидание, покаяние и много еще каких вопросов будет решаться каждым человеком, приходящим с верой и надеждой к этим великим свидетелям нашей христианской истории.